Всем огромный привет, друзья! Вы на канале Юрия и Лариса Ивановы Лайф. И сегодня я готовлю незатейливый супчик. Что я буду использовать? Куриная грудка. Примерно у меня 600 грамм. У меня тут смесь, микс, цветная капуста и брокколи. 80. Луковка примерно 120 грамм. Грамм 70-60 морковь. И грамм 120-130 картошки. Теперь я взяла вот такие вот три зубчика небольшие чесночка, но это для усиления вкуса. Мне нужна будет соль, перец мне также нужен. Я поставила, значит, на плиту 2,5 литра воды, а грудку я хочу немного обжарить на сливочном масле. Для этого мне нужно будет примерно грамм 30 сливочного масла. Я покрошила чесночок. Сейчас буду нарезать грудку. Грудку я порежу соломочкой. И теперь я иду обжаривать это все. Я положила сливочное масло, туда же отправила чеснок, вытаскивать я его не буду. И кладу курицу, грудку. Перемешаю и примерно 10 минут обжарю. Пока у меня обжаривается курочка, я покрошу картофель и капусту. Картофель я покрошу кубиком. Картофель я покрошила, также вот разобрала цветную капусту, кое-что тут порезала, кое-что разломила. И брокколи теперь мне нужно тоже порезать и приготовить для того, чтобы класть в суп. Брокколи я тоже приготовила. А это мой главный помощник. Скажи привет! Ты будешь кушать? Ты голодный? А? Ага. Ну все, молодец, жди. Мне нужно покрошить луковицу и покрошить морковь. Я буду на терке для корейской моркови тереть. Мне так нравится, она такая красивенькая получается. Все, я уже потерла. Я сегодня одна снимаю. Мне не очень удобно все. Ну, как есть. У меня закипела вода. Я отправила туда картофель. И тут уже у меня курочка 10 минут обжаривается. Грудка. Сейчас я ее тоже отправлю. Туда же, в кастрюлю. И буду обжаривать тоже на сливочном масле отдельно лук и морковь. Mommy!
я обжариваю лук и морковь и примерно использовала 50 грамм сливочного масла. Теперь у меня прошло 3 минуты, кипит все вместе, и я отправляю туда цветную капусту. Я обжарила лук и морковь до красивого цвета, но не до готовности. И теперь я все это отправляю в кастрюлю. Следом сюда же отправляю брокколи. И надо, чтобы это все покипело минут 7-5. Суп кипит примерно на вот это вот, на вот этот объем, то, что я вам рассказывала. Я насыпала чайную ложечку соли, но это по вкусу. Также вы перчик тоже по вкусу добавляйте. Ну и все специи, которые вы желаете. Смотрите, какой он красивенький готовится. Очень вкусный. Ну, я вам рекомендую, попробуйте. Ну, для разнообразия. И обязательно мне напишите, как вам понравился этот супчик. Вот такой супчик, он у меня прокипел всего 5 минут. Постный. Постный, со сливочным маслицем. Да? Угу. А, ну я же не видела. Курочкой. Я бы его дома сготовила постным, но так как вам это будет очень совсем не сытно. И еще, кто для сытости, можно сюда вермишельку добавить. И еще хочу сказать, рекомендую его кушать с сыром. Ну, я, например, буду без сыра, но кому нужно пожирнее, посытнее, можно с сыром. Это вкусно. Заморский, оранжевый, беленький. Вот так это все. Я, кстати, выглядит. С девочками поздороваюсь и с мальчиками. Всем привет. Доча пришла. Ням-ням-ням. Спасибо, мамочки, приготовила. Да. Я жду ваших комментариев по поводу этого супчика. Красиво, разнообразно. Я думаю, что это очень вкусно и полезно. Тем более брокколи, представь, цветная капуста, курица. Я буду счастлива. Mm. Ням-ням-ням. У тебя. У себя, если что. Mm. Ну вот и все, супчик готов. Ну смотрите, как красиво. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. И до новых встреч. Всем пока-пока.